сейчас прикована к тому, что происходит в Японии. Там самое серьезное за всю историю стихийное бедствие. Мощное землетрясение вызвало серию разрушительных цунами. В ходе всего нашего выпуска вы сможете видеть кадры, которые в режиме реального времени мы получаем от наших коллег из японской телекомпании NHK. Основной удар пришелся на Японию, но волны угрожают и остальным странам Тихоокеанского региона. Их уже фиксируют на Курилах, Гавайях, Тайване. Готовятся спасатели Новой Зеландии и Австралии. Точное количество жертв в Японии не может назвать никто.